город Симферополь. Добрый вечер, на сцене Крым. Мы тоже из курортного региона, и мы приехали к вам с миром. Мир – это такая банковская карта, на которой написано место, где она не работает. Молодые, креативные, веселые – это команда «Полуостров». В нынешнем составе ей всего 3 года, но она уже вышла в четвертьфинал высшей лиги КВН. Это не удавалось сделать ни одному нашему коллективу с 1994-го. Спасибо большое группе «Виагра». Внимание, вопрос. Назовите имя первого Нобелевского лауреата по физике. Время на обсуждение. Вы видели? Ваш ответ. Вильгельм Рентген. Мы пришли на репетицию к ребятам, чтобы узнать, как же рождается юмор. И знаете, сейчас складывается впечатление, что дело это совсем не шуточное. В первую очередь, это не просто творческий процесс, а усердная работа. Ведь о многом уже сказано, на сотни тем пошучено. Нужно искать и новые формы содержания. Это как рыбалка, да? Бывает клюет, а бывает не клюет. Ну, то есть, бывает, мы целый день можем потратить на написание каких-то шуток, номеров и ничего. А бывает за пару секунд там кто-то сказал какую-то фразу, и все, из этого родился номер. А чтобы зрителю казалось, что веселые, находчивые, непринужденно валяют дурака на сцене, нужно немало попотеть в кулуарах. Оказывается, даже просто стоять на выступлении нужно по-особенному. Вы должны эмоционально дать зрителю, что вы стоите не просто так. Вы же понимаете, да? И вы смотрите это не просто так, ребят, это все очень важно. Чтобы все получилось, игроку клуба нужно быть креативным и творческим, но это только начало целого списка качеств. Смешной, самоироничный, харизматичный, веселый и умный человек. Ну что же, проверим, интересно, получится ли у нас хотя бы попробовать себя в роли игрока КВН. Участвуем в сценке «Глава Крыма застрял в пробке», у меня роль секретаря. Но с первого раза не получилось, не вовремя вышло. Во второй перепутала текст. Ну что же, а попытка номер 3, похоже, увенчалась успехом. Едете куда-то? Домой. А почему утром? Потому что я еще вчера выехал. Здравствуйте, я из Сармина прибежала к вам. У меня для вас 2 новости, хорошая и плохая. С какой начать? Ну, давайте с плохой. К нам через час должен приехать Владимир Владимирович Путин. А какая тогда хорошая? Да он к нам и за 2 часа не доедет. Ну что, капитан, у меня получилось? Для первого раза очень даже неплохо. Серьезно? Молодец, да. Ну все, Алим, тогда я ухожу в КВН. Ура! Ура! Подожди, Алим, подожди. Ладно, я пошутила. Я, конечно же, остаюсь. А ребята продолжают двигаться к вершинам. Игры 1/4 высшей лиги пройдут в апреле-мае. Точная дата выступления наших ребят будет известна немного позже. Следите за новостями. Екатерина Серегина и Алим Белиев. Утро нового дня.